В Мурманской области объявлен розыск мужчины, который с особой жестокостью убивал старушек. Примерный возраст подозреваемого – от 20 до 35 лет. Все преступления совершены в период с 2011 по 2012 год на территории Татарстана, Удмуртии, Мари-Эл, Пермского края, Нижегородской, Свердловской и Ивановской областей. Последнее преступление из серии произошло 25 сентября 2012 года в городе Уфа. В подавляющем большинстве случаев потерпевшие одинокие женщины 80-90 лет. Приметы злоумышленника: на вид 20-35 лет, среднего роста примерно 175 сантиметров, худощавого телосложения. Мужчина физически развит, имеет сильно выраженную восточную внешность. Следственное управление обращается ко всем, кто обладает какой-либо информацией о нем, с просьбой немедленно сообщить об этом по телефонам 8 815 2 403 938, 8 815 2 403 957 или 02.